Большие вопросы вызывает и намерение США не выводить войска из Сирии после разгрома террористов, заявила Мария Захарова. Данные о том, что Вашингтон планирует оставить своих военных на территории республики и создать новые органы местного самоуправления на севере Сирии, опубликовали в Вашингтон-Пост. Официальный представитель МИДа назвала такое поведение близким к понятию оккупации. Министр обороны, я сегодня об этом говорила, Джеймс Мэттис, 13 ноября просто открытым текстом сказал журналистам, что американские военные не уйдут из Сирии до, цитирую, прогресса в политическом урегулировании, условия достижения которого США, очевидно, будут определять, ну, произвольно, как мы понимаем, как мы так поняли. Мы уже неоднократно обращали внимание Вашингтона, что подобные заявления вызывают вопросы, большие вопросы о истинных целях нахождения вооруженных сил США и коалиции в Сирии. Соединенные Штаты Америки находятся в Сирии незаконно. Они делают это не просто без наличия соответствующего разрешения или приглашения со стороны Дамаск, но они делают вопреки воле законного правительства Сирии. То есть вопреки воле находятся там, без каких-либо дополнительных иных правовых оснований. То есть фактически, вот если говорить в чистоте, так сказать, формулировок, то ведут себя как близко к понятию оккупации.